Это замечательная Люда Захарова, здесь сидит ее муж. И у нас было вот так, там действительно такие были замечательные вечера. Направо. Вчера в России. Куча, может, ты скажешь слова? Нет? Сегодня должна была быть еще Ритка Ладыгина. Она заболела. Вообще, я думаю, что институт Лунфем как раз и оказал на меня самое большое влияние, в смысле песен. Действительно, видите, какая вот у меня была сурдоряд, да, сколько лет мы ездили туда. И мы однажды, да, и знаете, вот я все время думаю, Люда, почему мы с тобой выбрали эту песню, возьмите микрофон поближе, «Калитка», которую написал, между прочим, Алексей Будищев, музыка Всеволода Буюкли. Потому что наш комиссар Витя Сущев, он ее все время там ходил, напевал. Я думаю, почему же нам так она понравилась, эта песня? Да, наверное, потому что мы там месили раствор, носили кирпич, вот. А тут, значит, калитка. И мы просто упали. И когда мы упали, мы с Людой думаем, сейчас мы вдвоем-то и споем. Выйдем на вечер со сволоти, там, зал гигантский. Вот. И мы, конечно, вышли. Нет, не сразу же, но после этого пол-института с нами здоровалась, потому что все и так все улыбались, что они... После нашего вот этого такого замечательного, в кавычках, выступления, мы стали самыми популярными людьми в институте. Нас узнавали все и открыто нам смеялись в лицо. Вот. Но нам было это даже, если в тот момент мы даже поплакали, когда у нас там пришлось уйти со сцены, то вот когда так нас все встречали, мы почувствовали, что мы все-таки прославились и свою минуту славы получили. Вот с тех пор прошло 40 лет. Давай. Вот иди оттуда, давай, уже здесь у тебя места нет. Своему институтскому товарищу присылаю отличный коротко список Сергея Сажиденко. Приглашаю его на концерт. Он открывает, смотрит, Серега, говорю, помнишь? А, калитка, говорит он. Ты не поверишь, говорю ему, ты можешь снова услышать, как ты 40 лет назад. Да. И вы знаете, мы решили ее снова спеть. Подключи гитару. Подключи гитару. Да. И они поют обязательно. Вот, потому что... Нет, мы хотим закрыть этот гештальт уже, закрыть, понимаете, не потому что сейчас будет хорошо, а просто мы хотим уже избавиться уже от этого. От комплекса. Нет, давайте все, опять же все вместе, потому что зал всегда очень хорошо. Черёх серебряный, жемчуг.
Наташенька,